Лучшие в своем деле. Они приходят на помощь, спасают жизни, хранят память о прошлом, продолжают славные традиции и достигают высот в творчестве и спорте. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил победителей общественной акции «Народное признание», которых выбрали сами жители региона. Я очень рад тому, что мы не забывали говорить слова благодарности всем, кто ее заслуживает. В этом году почти 800 тысяч голосов наши с вами земляки отдали за определение людей, коллективов, которым мы сегодня воздаем почесть. Конечно, такая массовость, такое признание дорогого. 529 заявок, 60 номинантов и 18 победителей в 6 номинациях. Заведующий урологическим отделением педиатрического корпуса больницы имени Середавина Сергей Терехин стал лучшим в номинации «Герои нашего времени». В 2018 году он провел сложнейшую операцию подростку с травмой единственной почки и фактически вернул его к жизни. Конечно, эти признания, мне кажется, очень важны для нас, потому что это придает нам силы, уверенности, что мы занимаемся, ну, понятно, что нужным делом, но это вдохновляет нас. Нужным делом занимаются и волонтеры. Второй год они помогают медикам бороться с пандемией, не оставляют без поддержки пожилых и одиноких людей. Народное признание получила координатор волонтерского штаба акции «Мы вместе» в Чапаевске Екатерина Епанешникова. Конечно, эмоции потрясающие, и это действительно приятно и ценно, когда твою работу и твой труд оценивают на самом высоком уровне. Победителей выбрали также в номинациях «Признание и уважение», «Память и слава», «Наследники победителей», «Единство и успех». Акция прошла в 14-й раз. За эти годы на народное признание поступило более 7 тысяч заявок. Я хочу вас искренне поблагодарить за ваш труд, за вашу ответственность, за ваше терпение и за взаимопонимание. Спасибо вам большое. Доброго вам всем здоровья! И следующий год совершенно точно будет радостным и счастливым. Я в это верю, а когда поверим все, так и будет. На церемонии награждения губернатор Дмитрий Азаров также присвоил звание почетного гражданина Самарской области заведующему кафедрой российской истории Самарского национального университета Петру Серафимовичу Кабытову. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.